И к другим темам выпуска. Этим летом дачные автобусные маршруты будут работать без нареканий, уверяют специалисты сектора автомобильных дорог Петропавловска. Автобусным сообщением охвачены практически все садоводческие сообщества. Работают 13 дачных маршрутов. Ранее со стороны петропавловцев были замечены и жалобы в адрес перевозчиков. Сегодня, заявляют в Акимате, все недочеты исправлены. Были вопросы, много нареканий по 40-му маршруту, которые мы наладили движение. В том плане там отсутствовала неудовлетворительная проезжая часть была. И также 38-й маршрут. Ну, в настоящее время работа идет согласно схем и расписанию движения. По остальным дачным маршрутам у нас с начала дачного сезона особо вопросов не было.